Всем привет! Сегодня мама мне дала задание, ну, я, собственно, не против, мне всем этим заниматься очень нравится. Я буду сажать семена, рассаду буду сажать, вот в стаканчике. Я уже очень давно не показывала вам, как обстоят дела с нашей рассадой. Сажали мы много, что мы даже там цветы сажали однолетние, потом сажали мы перец, кукурузу я посадила. Там такие лопухи уже, вы бы знали. Земелька, стаканчики, сейчас буду подписывать стаканчики. Мама тут мне уже сказала, сколько каких нужно семян посадить. Мама попросила передать вам такую информацию, что она раньше всегда сажала огурцы сразу в открытый грунт, она следила за погодой, когда станет уже тепло, тогда она их высаживала. А тут на днях она разговаривала с местными жителями, они говорят, а мы вот уже сейчас решили высаживать огурцы в стаканчики. Мама говорит, а давай попробуем. А давайте попробуем, почему нет? Итак, какие у нас сорта огурчиков? Это вот такие семена называются огурец изумрудные сережки. Интересное название. Огурец хрустящая грядка. Заманчиво звучит. И вот этих вот семечек у нас будет 8 стаканчиков по 2 семечка. Это местный сорт, купленный на рынке, огурчики. Ну и сейчас нам будет еще полить. Что, вот такая вот кукуруза у меня огроменная выросла. Вот это заросли. Здесь еще есть семена, которые я не посадила, они пророщенные. Ну вот. Очень большая кукуруза. В том месте, где я запланировала сажать кукурузу, наши собачки устроили для себя общественные туалеты. Придется сейчас тут немножко это все отодвигать, наверное. Все эти дела, да? Не знаю, что там они облюбовали в этом месте. В общем, я в тот раз, когда вам показывала вот это место, его я, собственно, и выбрала для посадки кукурузы, но только потом вспомнила, что нужно сначала проращивать кукурузу. Собственно, прорастила, и только сейчас буду ее сажать. Как сажать? Вываливать? Я так обычно стаканчик делаю, так поднимаю, чтобы с землей попало. Я не выбираю, ну так, вот так делаю. Наклоняю, чтобы попало тихонечко. Выдавливаю, потом стакан выбросить здесь все. Вот
Как-то так, наверное. Даже не знаю. Больше всего я боюсь, что собаки будут здесь бегать и мне все затопчут. Как-то обидно. Это, кстати, мама сказала, что сорт бондиэль. Я вообще изначально думала, что это обычная кормовая кукуруза, но я очень обрадовалась, когда узнала, что это бондиэлька. Потому что она похожа на траву, а собакам какая разница, они бегают и все топчут. В общем, я осенью уже все нарциссы, тюльпаны пересаживала. Их так много остается, уже не знаешь, куда их деть. Я просто их так выкинула к забору, и они, смотри, взошли все. Так как они взошли, ну а что, надо их выкопать, а здесь лучше посадить. Ну так вот кучкой их посадим, пусть не сейчас будут цвести, пусть уже в следующем году будут цвести, ничего страшного. Тоже хочется, чтобы красиво было. Пусть уж здесь у нас в огороде много цветов. Пусть на улице растут. Любимая все-таки погода, вот люблю такую. Ну да, самое то. Да. Ну можно еще потеплее чуть-чуть, чтоб я была, например, не в кофте, да, а только в футболке и вот в олимпийке, тогда еще лучше было. Ну так тепло. Ну, в Краснодаре, наверное, там уже можно и так ходить. Там ходят уже. Потому что здесь на поле все открыто, поэтому... Жалко? Просто так будет пустовать. Посмотри, сука, место будет пустовать. Ну да. Надо здесь... А почему оно так как-то? Ну, не знаю. Может быть, просто думали, что здесь ходить будет так хорошо, удобно. А что здесь только ходить-то много? Сейчас мы зелень сюда посеем. Так, удержи пока семена. Я сейчас просто борозду сделаю и все. Смотри, какое здесь хорошее место. Ну да. Место. Ну нормально. Что здесь нам? Зелень-то. Можно же здесь? Можно ее.
Земля здесь нормальная, мягкая. Все. Пустовать, чтоб не пустовало. Вот. Вот она ходит по грядкам. Герой этого дня. И зачем? И для чего? Вот это зачем? Зачем вот это было? А? Надо ее сейчас привязать, значит. Так не надо. О, сейчас меня еще уронит. Ну вот, сейчас на чеснок мы еще тут сажаем, садимся. Надо вот так ходить прямо. Мы не ходим вот. Вот надо тебе было, да, обязательно пройтись по грядкам. Вот не жить, не быть. Решила сэкономить 3 секунды времени. Приняли решение, что посадим здесь свеклу, а мама идет, садит с той стороны зелень. Это свои семена свеклы. А на каком расстоянии-то? 15 сантиметров же? Ну вот на таком. Ну 15, а то я близко пошла. Я потихоньку ее отвариваю, с чесноком делаю. Ну хорошо же.